Ну что, друзья, готовится у нас третья каточка с Бальтазаром. Сейчас Бальтазар уже нажмет старт. И вот он здесь сидит в лобби, сидит, что-то хочет написать старт. Какой-то, ребятки, не забывайте, конечно же, вот здесь вот сделать вот такую вещь. Давайте добьем уже 200к Бальтазару. Поможем, как говорится, с миру по нитке. У меня небольшой канал, но очень большие люди. И, конечно же, очень хочется помочь Бальтазару добить 200к. Ведь, ну, я не потому что там... Ну, я говорю это не потому что там я там подлизываюсь или еще что-то. Так, я закрываю Бальтазара. Сразу сейчас покажу монитор. А, надо открыть хотя бы. Я это говорю только потому, ребятки, то, что я знаю, какая вы адекватная у меня аудитория. И Бальтазар у нас первый открыватель, по сути, так сказать, в не в комьюнити, а в контенте по первой доте. Он занимается этим уже очень-очень давно. И, конечно, поддержать очень хотелось бы действительно олдовых игроков. И в целом, надеюсь, эти зарубы, эти катки, ребятки, вам нравятся, которые мы делаем, которые вы смотрите сейчас. Ну и let's go, сыграем, конечно же. Let's go, let's go, let's go. Я с Бальтазаром попался. Let's go, покажем, как надо. Как надо душить. Let's go. Так, что у нас там есть? Слейера берет у нас. Слейера берет. Значит, Чаленги нет. Хорошо, соперник поменял Лину, чтобы не брали Лину, да, походу. Так, что мы делаем тогда? Погнали, что-нибудь веселенькое сделаем на каком-нибудь интересном герое. На алхимике, не знаю, алхимик тут непонятненькие. Войды. Что у нас тут еще есть? Штормы Аллерии, Ерсбруйкеры. На чем бы потушить таком веселеньком, ребятки? На Пудже я не смогу, наверное, 83-й. Я не знаю, как он тут работает. Магнус, Тиник, Вивербейс, Тракса, Снайпер. Снайпер лютый в этой карте. Можно задушивать прям очень жестко. Очень жестко можно задушить. Надо что-нибудь активненькое. Не знаю, на 83-й карте, если честно, в пуле герои у меня очень такие, ну, непонятные. Я не знаю, как тут, на каких героях играть, если честно. Уже так давно не играл. О, Аго, кстати, на Свене. Let's go на Свене. Посмотрим, какой тут Свен на 83-й. Let's go Топоридзе. Килочек маночку. Раз, два, три. Хорошо. It's so funny. Let's go, парни. На Свенчике попробуем затушить. На Свене давно не играл на этой карте, вообще давно не играл, и посмотрим, что у нас получится сейчас на Свене, главное выфармить. И тут Свен очень-очень крутой, насколько я помню, на 83-й карте. Посмотрим, что он тут может. Свенчик, у него очень корректный тут сплэш. Я помню, как тут по билду собираешься, чисто момчик, армлетик, и побежали сразу. Тык-тык-тык-тык-тык, нарезаешь, очень хороший сплэш тут, очень хорошо все работает. Посмотрим, как тут будет по билдам, что будем раскачивать. Вообще, надо было на Джаггере сыграть. Что-то я тупанул, Свена взял, надо было на Джаггере. Джаггер это мета 83-й, конечно, так, у меня там ничего не торчит, а то... Там пару видосов было с Бальтазаром, где я просто, у меня такая ужасная прическа, что чувствую себя какой-то бомжой. Ну да ладно. Ребятки, не забывайте смотреть еще зарубы стримеров. На канале очень много видосов. Поэтому, ребятки, welcome, welcome on the stream and let's go 100 likes. Let's go. С Бальтазаром что-то в этом... В этот раз что-то с Бальтазаром очень много мы играем. Бальтазару отдельный респект за то, что выдает слоты. Ну и, конечно же, с меня, так сказать, такая небольшая хелпа. Так, ну тут вот так вот забирает дам. What else you want me to do? Ничего себе. Nothing kills matters, my friend. Ребята на топе забирают, у нас Бальтазар на тинике. Посмотрим, какая будет катка, посмотрим, кто будет у нас нанизу. И поглядим в целом, как будет тут фарм сейчас, как будем раскачиваться. Если что, попробуем сделать армлет, на армлете все дела делать. Там вроде армлета можно будет побаловаться, насколько я понял. Главное, чтобы меня тут сильно не душили. ПТХ армлет и поехала. ПТХ армлет и поехал. Так, деда вперед, деды воюют. О, Хуск и Пудж, это, конечно же, не лучший лайн. Не лучший. Не лучший лайн. Тут фарма особо не будет, поэтому будем пытаться отводить. Отводить будем пытаться. Вот, хорош. Его подразомнем, пацана. Подразмяли парня немножко. Оп, первый крипочек. Оп. Бро, маны, ну, МП, МП, МП. Моб. Нифига себе, там пишу моб. Брат, моб нет. Хорош, забрали. Пацана. Хорош. И give me farm. Please. My friend. Я, смотри, бежит уже. Но фарм-то тяжелый будет, парень. Его почти не будет, по сути. Его почти не будет.
Че там у тебя МПшка соточка, да? МПшка сотка. Не хочет, да, прыгать, парень? Так, ну это плохо. Парни, стоим без фарма. Попотеть придется в этой каточке. Не знаю, я отдал стан, думал, бар побежит. Он не захотел. Давайте возьмем сапог. Тут нужно с сапогом бегать быстро. Быстрые ноги, люляньки, кебаб не боятся. Так что работаем. Быстрые ножки, люля, кебаб не боятся. Жесть, сколько тут крипов. Хорош. Погнали на низ оруны, кстати. Let's go. But wait. Укреп. Подожди, два крепа. О, oh, let's go. Бро, let's go, чё стоишь? Let's go. Да ладно. Нифига себе, там пусть тоже выкидывает. Не знаю, чем стоял. Сразу бы нажал, я думаю, раз дамаг кину. Чем он так? У меня сейчас уже мана будет еще на стан. Не знаю, очень хардовая линия, просто жесть. Без куру буду стоять. Я, наверное, маску возьму и в лес уйду на таком лайне. Мы этот лайн вообще должны с барой тут уничтожать. Вообще в налину. Вообще в ноль должны уничтожать. Если у меня щиточка нету, хп просто вылетает. Варкрай берем. Хорош. Гетбэк. 6 у нас тут заруба. Мы же такая бредятина. Заруба. Дай, фул. Что за хардлайн у меня тут? А, иди, блин, в жопу. Мету. Мето. Написала мету. Мету. Жигу, бейс. Фига там Бальтазар бушует на тинике. О, на базу не дают фармить. Ну, у меня хотя бы есть ПТХ. Почти. Ну, как, я лучше сделаю стик, парни. Хилку, манку. Хорошо. Бальтазар душит. А, GG, тут катка будет. Мне бы случайно главное F4 не нажать, потому что у меня стоит бинт. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Это как-то будет некрасиво. Очень некрасиво. Так, внизу у нас Хускар. Почему Хускар у Брассер берут, я не понимаю. Зачем он ему? Зачем? 13 крипов, 5 минута, ребятки. К успеху иду. На свенчике при фарме. Бальта ждет с ТПшки задушивать. Эх, не добиваю. Хорош. Нормальная карточка на свене будет, парни. Миссинг, да, я знаю, что миссинг. Хорош. Нормально? ХП улетает только так. Пусть третья карта, она такая, ребятки. Бара пришел. Нормально. Можно аккуратненько подкармливать. Первое, что сделаем, это ПТ-ху. ПТ-шку. Хотя можно попробовать армлет, но там Хускар. Так, армлет, начнем с этого. Вообще можно доминатор сделать и иншей колотить. У меня лайн пустой. Я, наверное, буду пушить и уходить в лес. Буду пушить и в лес уходить. Я больше выфармишь и быстрее. О, душат там. Душат или Бальтазар душат, пока непонятно. На хосте пуш лежал. Гоу, пушить просто. Скарчик. Oh no.
Ты шо, родимый? Потерялся, что ли? Брат. Ты шо, я знаю, что тут Свен на этой карте. Сразу же мгновенно бафает себе кнопочку и можно дышить. Не знаю, че Хуск так потерялся. Он, наверное, думал, что Свенчик такой какой-то неопытный. Я тут знаю, что тут нормально ультимейт ГДСович работает. На 83-й карте отдать нужно должное ГДСу, потому что он тут работает корректно. А не как на 85-й. Включаешь, ждешь полдня, и потом только залетает кнопочка. Осуждаю максимально. Взял перчатку, чтобы быстрее фармить. О, смотри, кто бежит. Слышишь, у меня ГДС в КД, иди в задницу. Вообще жопа. Но теперь не могу стоять из-за того, что у него там фул хп. Ладно. Постоим лицочек. Жалко, у меня нету щиточка, ребятки. Без щиточка, типа, я сейчас тут так хапану. Сплэш у меня вообще слабенький сейчас. Он меня выгнал с лайна. Как ГДС будет, можно будет попробовать. А, еще и Рудги пришел. Еще и Рудги. О, куру слили. А типа подготовим, если что, отход себе какой-нибудь вот здесь вот. Рудги еще пришел. Ну, армлент, наверное, попробую сделать. Печалька. Пропущу еще одного крипа по таврам, я лох. Вопросы есть? Все. Так, главное кату добить еще. Хорош. Отлично. На топе Сларк фул кри. Хорош, а где Хуск, интересно? Хуск, наверное, где-то вышел, меня будет искать сейчас. Этот Хускар опасный. Сплэшем успею добить. Хорошо. Блин, ну тут кайф, Свен. Прям тут Свен прям овер кайфовый. Хорошо, отходим. Не знаю, где там этот, блин. А Хуски чел. Мне кажется, он где-то сейчас по лесу будет бродить, искать. Ну, типа, знаете, где-то вот тут стоит, ждет, там пуш, ну ты начни, там, знаешь, ты рак. Вот это все, вот, знаете. Давайте отведем. Чуть-чуть. До фарма. Да, Хускар где-то куда-то делся. Там клок вон. Интересно, где же Хуск, серьезно? Где же Хускар? Сейчас подойдет поближе, я, наверное, нападу на него. Блин, ну не знаю. Сомнительно нападать на него. Потому что я не знаю, где Хускар. Он сейчас может отсюда с леса выбежать, типа вот пуш так как-то. Он странно пуш двигается. Хуска я не вижу до сих пор. Где Хускар? И шторма нету. Жесть, что за дела, пацаны? Ага, вот он, Хуск. Надо было душить, да, наверное? Да. Погнали дальше, лесок. Хорошо. 40 крипов мало, конечно, ребят, наши пойдет. Надо отойти. Кажется, сейчас придут сюда. Не, нормально, фармит, да? Вот где тут. Путге. Еще и пуш идет. Принес. Я так и понял, я чувствовал это. Ладно, я все равно куру не мог принести себе. Почти есть армлет, с армлетом, кстати, возможно бы минус 3 даже сделал. Но я, у меня не до фарм, ребятки, в любом случае. Не до фарм. Как тут сделать что-либо, я не знаю. Пойдет, пойдет. Неплохо. 3-1, 40 крипов. Считайте в хардлайне против Хуска Пуджа. Опасно выходить. Нету варда. Топ у них в максимальной агрессии сейчас заваржен. Эта катка наша в любом случае будет, я так думаю. 83-я карта, ребятки, для любителей 83-й, так сказать, играем. Хорошо. Так, Iron Will. Хорошо. Ну, что-то на ботами вообще очень много ребяток. Гоу на топчик. Вот они, очень много ребят.
А топчики только фармим. Сейчас уже армлет будет. Можно рейсипи взять армлет. Так, добить бы деда. Нет, не добиваю. Сейчас Ларка побаиваюсь, кстати. Хорош. Ну, армлет есть, в принципе. 450. 450 и... Опачка. Хорош. Опасно, опасно, ребятки. Ну, фармим. Все будет good. Вот это, помню, дерево. Вот сколько помню, оно всегда работает, эта тема. Хорошо. Момчик, даггеры, поехали. Просто смело. Сларка нету, ребятки. Можно аккуратненько подфармливать. Не знаю. Сларк не знаю где. Сплэш тут работает просто кошерно. Блин, я кайфую. Надеюсь, вы тоже кайфанете с этой катки, ребятки. Не забудьте ставить лайк. Конечно же, подписываться на канал, на мой, на канал Бальтазара. Кому нравятся зарубы стримеров, Бальтазар красавчик вообще. Дает возможность сыграть, причем даже безвозмездно. Но я иногда ему доначу, так чисто. Пишу Бальтазар. Let's go. Let's go. И задоним. Так что спасибо, ребятки, всем, кто смотрит эти зарубы от души. Всем приятного просмотра. Не забудьте поставить лайк, подписаться. Не говоря уже о других привилегиях, какие-то спонсорки и прочая всякая тема. Спасибо, ребятки, всем от души. Спасибо вам. Вы лучшие, мы лучшие. Как говорится, все вместе делаем. Благодаря вам этот канал растет. И мой канал растет, и Бальтазар, и всех других стримеров, кто занимается контентом D1. Не просто тупо стримит, знаете, донаты собирает, а именно продвигает. Выкладывает какие-то видосы фановые, обучительные, обучающие. Вот, например, как я делаю какие-то гайды, фишки. Показываю какую-то новенькую тему, может старенькую, забытую. Кто-то, может, просто не знает, еще только пришел в доту, это, кстати, обучаются. Поэтому, ребятки, смотрите и, если что, от души. Контента на канале очень много, ребятки. Так, у меня левел больше, чем у мидера. Что за дела? Хорош, good p. Сларк 8 левел, мидас. 8 левел, мидас. Я внизу пофармлю. Пайп, let's go. Маднес почти есть, да, ребятки? Сейчас, наверное, знаете, что сделаем? Зафармим тут крипов, толкнем быстро. Пойдем дальше лес. Дальше лес пойдем. Хорош. Сейчас два кэмпа пойдем. Тут крипы сейчас вот тут примерно будут. Нужно аккуратненько здесь подфармить сейчас. Так, крипы в ташке. Хорошо. Let's go. Сейчас Madness сделаем, дагер, и все, и понеслась. Вы просто офигеете с этого бомбежного геймплея на Свене 83-й карте. Просто по КД файты. Очень много дамаги, очень много врывов. Шторма там вообще ничего нету. Let's go, заберем руну, Монеткович. Там тини ходит, ганги. Этот фармит там спокойно. Сейчас Madness уже будет. От души там, снипера ТВ. На личе парень пришел, задушили меня внизу. Так, хорошо, тут подкэмпимся. Надеюсь, так тут тоже работает, это да, хорошо. Блин, деревья не в упор блочатся, видели? А в 85-й карте деревья только в упор блочатся, к сожалению. Так, у меня уже почти Маднес есть, это очень хорошо. Маднес. Хорошо. Есть маска. Было нормально. Ну, кстати, тут катку уже задушили. 6-13, я думаю, тут прям перевес такой лютый. На топе фарма много, надо будет газануть. Тут крипы не резнулись, кстати, почему-то. Или я их зафармил? По-моему, не фармил я их. О, Бальтазар там. Не принял. Ох, кстати, тут Рошана могу я просто с ГДСом забрать и с таким затаром? Я не знаю, честно. Это 83-я карта, для меня темный лес по этой мете. Ля, что там происходит? Гоу, поможи, поможи бабушке делать. Опа, крипчиком. Задушил крипчиком. Бабушки, бабушки. Let's go, поможем парням. А может и не поможем. Или лучше фармить, не знаю. Монетка. Регенерация. Дайгер, если сделаю, вообще классно будет. Дайгер вообще пушка будет. На топе очень много фарма. Давайте, знаете, что сделаем? Сейчас тут быстренько подколотим. Если никто не сообразит, я на топ тпхнусь. Гоу, и тут два кэмпа еще соберем.
Так что пока фарм. Хорошо. Блин, как мне нравится, как он тут бьет, Свен. Вообще в шоке. Тут все-таки работает намного приятнее у него все. Давайте подстакаем, раз уже так получается. Пробуем подстакать. Хорошо, тут заберем. Ну, отлично. Минус один крип, к сожалению, но ничего страшного. Так, сделаем. Ай да сруби, господи, ладно. Обходит все равно. Смотрите, как сплэш работает. На 85-й никогда такого сплэша не увидите. Че у меня там по левелу? 12 левел, хай левел на карте. Да, ну, 85-я карта в крови. 85-я карта в крови, потому что типа не дерусь. Я обычно тоже на 85-й тупо фармлю. То есть... Да, герочек сделаю, надо будет с ребятами подраться. Разочек. Что там, идут кто-нибудь? Нет? Хорош. Погнали отсюда. Опасно, парни. Два обещанных. Мидер-фидер. Нормально, в рифму. Кстати, крипы тут ресетятся на... примерно на 0.45. Получается. Не на 0.0, а на 0.45 как-то. Очень странноватый респаун. Так, ну что, продадим топорик, купим дагер и поехала. Соточка, да, 112. Дагер на Дэнни покупается только от руки. Что там, лич на топе, да. Ну, лича можно первого, кстати, по распродаже принять, если Бальтазар его сейчас не примет. Хорош, бежит уже. Шторм, дагер, лотар, тинь. Сларк внизу с лотаром. Сларк с лотаром внизу. Походу скучная будет, да, ребятки? Скучная, походу, будет. Надо ТП-шку держать. Я выформил на ТП-шку. 3-1 у меня. Подзагангили меня. Сларка прям подкинула. Было бы на топе сейчас 2-3 героя, фармили бы, стояли, было бы по кайфу. Но сейчас, скорее всего, убьем лича, потому что он там подфармлил. Шторма хотя бы. 700 хп. Хорош. Вообще ГГ. У нас еще Свен есть, как говорится, да, в команде. Задушиваем. О, Бальтазар, не знаю, типа у нас еще и Свен есть в команде. Не считая Бальтазара, тут, конечно, разваливаем. Разваливаем. Ну, крит. Если честно, не до фарм. Конечно. У меня, конечно, не до фарм. Но лайн был тяжелый. Лайн тяжелый был. Кстати, заметили, тут 113 герой. Он синий какой-то, зеленый, не знаю. Он зеленый еще, походу, в кемпе. Что ты хочешь? Забирай, господи. Забирай, господи. Юл. Чё там, имбаварды, научи, говорит. Где имбаварды? Братан, я на 83 уже миллион лет не играю. Какие имбаварды? Так, ну что, у меня есть ГДС. Можно дальше на топе тусить или пойти с ребятками. Задушить какую-нибудь триплу сделать. Где там, куда там? Бальтазар где-то, да. Let's go. Let's go. Там шторм на меду. Пророчек изи. На самом деле. Ребята забились, да? Блин, как тут классно работает сплэш, парни. Это жесть. Рут ГТП делает, варстейт. Варстейт. Вообще тимфайтов нету. Шаман пошел центральный ломать, да? О, сейчас бы ТП на низ, парни, да? Сейчас бы ТП нанесет, я бы там раздал.
Вот я бы там раздал. Ускар армлет. У меня 200 есть на кристаллис. Понятно. ТП-шки продадим. Вот здесь опасно сейчас подниматься, не знаю никого. Кто мог бы там... Может стоять, что-то поджидать. Так, есть кристаллис. Ля, все на ТП-шках. Неужели так завардились? Хорошо, они там. Нормально. Сейчас зафармим. Кстати, неплохо. Нормально, фармёшка пошла. Ууу, ничего себе. Ладно, я понял, сори. 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 Как говорится, сори, быканул. Хорош. На топе много крипов. Но мы сейчас тут драку затеем, я так думаю. Красивенькую такую. Надо только лича слить, чтобы он чайник не кинул, а то я различусь. У меня проблема то, что мало хп. Ну, у меня Маднес. Просто в этом проблема. Маднес. Дайте мне таки дофармить. Оу, щит. Нифига себе там толпа. Жизнь. 5 героев. Отойдем. А, вот она, что там, вард. Вард. Там вард. Хорош. Сларк. Брат, бегу. Хорош. Ну, почти на вставочку. Почти на вставочку. Что там, можно зафармить, да, еще эншентов? Хорошо. Слушайте, а камбэк-то идет. Успеваю. Бальта киллит ми. Лол, он, кстати, да, нормально так закинул. Бальта. Тейк. Бери. Я сейчас уже буриза будет. Жалко, на воздушных сплэш тут не работает. Так, но у меня уже буриза есть. Сейчас next драка будет лютая, скорее всего, с рэмпейджем. Если такая же будет примерно. Сплэш тут вообще максимально люто работает. Так, но у меня уже есть буриза, в принципе. Пока фармим. Зафармливаем. Сейчас в лесок забежим, парни. Забайтятся. Они там вообще байтятся, как эти. Как рипчики. Максимально люто. Байтятся, как рипчики. Хорош. 100 золота надо. Есть буриза. О, вот сейчас бы туда, да? Вообще кайф был бы. Прикиньте, забегаешь там с ГДСом, троечка, под Маднесом. Просто только дамага. На топе сейчас по-любому дефить будут толпой. Я ворвусь. Толпой, главное, 3-4 героя, чтобы было. Сларки там, все вот это, все пофиг. Просто цурпалкой свою машешь и все. 25-я минута, не хватает только БКБ, ребятки. Не дофарм 4000 золотых. И все, все остальное в фарме. Остальное в фарме. Все остальное в фарме. Кто там тпшится? Давайте 3-4 героя мне туда. 3-4 героя. Сларк 1000. Хорошо, еще пачка крипов будет. Ну, по идее, меня не видно сейчас денек. Лич там фармит. Вот так, что ли. Ух. Надо убежать тут. Теперь... Успеть убежать. Если Сларк вылазит, деремся. Ну, по идее, живу. А, нет, не живу. Сларк, Криста. Как он, кстати, там с крита не умер? Повезло, наверное, как-то сюда убежать успел. Блин, армлет выглядит, сейчас можно было бы пытаться подраться. Ладно. My fail. Была бы БКБ-ха, да, парни? Ладно, ошибка. Ну, по крайней мере, я два раза только сдох. Два раза. Пойдет. Надо с командой все-таки, ребятки. Переоценил я себя.
как бы, знаете, вот тут вот, вот этот момент, когда вот здесь прыгал на шторма, да, немножко не повезло. Не допрыгнул. Не допрыгнул. Ничего, сейчас соберемся вместе. Жесть, там все, посмотрите, какие у всех артефакты и какие у меня артефакты, как я выфармил. И это причем без стаков. Тупо без стаков, просто фармы все. Вот она, секрет фарма 83. Просто подолбили крипчиков. Так, у меня есть стики там, да? Стики. Пуш, конечно, укусил, это люто. То, что там Сларк бьет, это вообще пофиг. БМ, о, там БМ, вот это плохо. Можно в БМ так критануть. У Тини пока что ничего нету. Я фармирую. Ча БКБ-ху, ребят. Копейки до БКБ остались. Бальтазар пойдет ломать. Огоним. Ох, ну такое себе. Огоним, это такое себе. Ну, заберет он сам. Сам заберет браконьерски. Кстати, могу по идее Рошану забрать. Go fight. Интересно, Рошан там будет? Ох, ускарчик поймал. Или там поймали кого-то. Ля, там такая драка, посмотрите. Как там офигенно можно было. О, let's go. Вальта забайтил. Вот так. Жалко, я застилил крипа одного. Пас сюда пошел. Хорош. Это был бы ультра, на самом деле. Немножко не хватило. Это был бы ультра. Хорош. Ну, почти БКБ есть. Рошана забрать? Думаешь? Я возьму, наверное. Сейчас клэпать будет, Бальтазар подойдет. Это даже что-то подсиралово такое. Ого, окей. Хорошо. Столен. Столен, типа украдено. Ой, Криса. Криса, Бальтазар. Криса! Так, что там, душа то вода? ГДС, КД. Сейчас пожмем. Стой. Притычки сюда. Хорош. Го, БКБ есть. БКБ есть. Центр ломаем. Интересно, рэмпейдж будет сегодня от меня или нет? Рэмпейдж от меня, походу, сегодня не будет. Надо, знаете, что, как Криса, короче. А что, в смысле, я не купился, да? Хорош. Понимаю. Го на базу. Понимаю. Душат. Бальтазар там соло душайте делает. Хорош. Не, ну так шансов, да, нету. Типа, если Бальтазар еще в команде. А, ну. Да нет, там. Фит-конторка. О, что там желтый. Нет, БКБ, брат. Let's go. Опа. Who is here? Там Сларк, наверное, какой-нибудь. Отдыхает. Опа, вон там. Пермит. Да, Абиссал там, нифига себе. А почему не БКБ? Что за страты? Что за меты? Почему Абиссал? А не БКБ. Вижена нет, там и так пойдем, если что. Кнопки-то есть. Давайте БКБ хоть сюда переставим. Надо так как-то разъезжать. И вот так вот. Опа, смотри, как обошел на бару. Ничего себе. 600 ман есть.
Если забайтит. Если забайтит, на шамане будет вообще по кайфу. Но не на Сларка только. Рудге еще. Ракетку, бро. Ух ты, Криса. G5, МБ, G5, МБ. Пусть берет ТПшки. Сейчас пятером соберемся, типа. Там я нормально запрыгну, тупо турпалкой. Турпалкой своей задушу. Тик-тик-тик-тик-тик-тик. Рэмпейдж из GG. Хотя бы ультру сделать надо на вставочку, ребятки, в этой катке. Че, зря что ли потели? 19 левел на карте. А, 21, сори. Let's go. Let's go. Вард, наверное, поставил, да, хуск? Кресиный. Я, наверное, шамана продам. Шамана продам сразу. О, змеи пошли. Рудге. Ля, там драка началась. Let's go. Go. Этот жирный уже, да? Неплохо. Неплохо. Плохо. А можно критули ему. Это надо тут уже опасненько. Я уже не вношу. Так, ну змеи там сломали. Нормально, драка хорошая, змеи сломали. За мной побежал, наверное, на Сларке, да? У него Абиссал. Абиссал, это страшно, врубай. Надо тут аккуратно пробежаться. Да, вон он бежит. Гем Лотар. Гем Лотар. Хорош. Видели там какой этот крепкий парень на этом, на Хускаре? Жесть, крепенький стал. Ну, у меня тут Хекс, в принципе, либо Скади. А, я понял, почему. Там еще ж... Там по-любому у этого, у Хуска, что-то такое крепенькое. Что-то типа полтораски. Очень много хп. Армор, возможно, какой-то у него еще. Надо вместе. А там слоты уже ребята поднадевают. Статы берет. Статы, статы, статы. Статы. Ну, зацепим, задушим. МХ детектед, Тларк. Там гем. Let's go. Будем душить. О, найс. Найс, дизейблиш. Не надо меня. Хорош. Сларк, проблема. Слушайте, а мы начинаем просаживаться. Или нет? Нет, ну прикинь, не было стана вовремя. Будет вылазить? До сейвинг. Хорош. Хорош. Сюда. Не знаю, зачем он это сделал. Гем. Гем. Хорош. Что это за курочки? Дубиной. Дубиной. Смэш. Просто смэш. Размазал. Ну нормально пойдет, ребят. В принципе, в этой катке было на что посмотреть. Даже почти проиграли. Даже почти проиграли. Наверное, рапирой закончим эту катку. Да, пойдем. Рапиру купим. Пусть ребята отдефают. GG. GG. Ребятки, ну на этом, наверное, все. Пока зарубы с Бальтазаром. Эта часть заруб с Бальтазаром, наверное, отходит у нас на второй план. Спасибо всем, кто смотрит. Всем, кто смотрит эти зарубы. Всем, кто смотрит эти видосы. Ребятки, отдельный респект от души. Так, ну что, нужно красиво закончить с рапиркой. Рампашкой. Как говорится, что у Хускара там? У него там просто 20 армора, ребятки. Поэтому я его так не пробивал. Вот и все. 20 секунд там до реса. Хорош.
Иди сюда. Сюда. Не додушил таки. Но пойдет, ребятки. На Свене такая катка фановая получилась. На этом зарубы с Бальтазаром сегодня закончены. Не забывайте, что очень много частей у них, у нас таких. То есть это стриминговая сессия, по сути, получается. Это у нас третий видосик. Не забывайте, ребятки, что еще очень много видосов у нас игр с Бальтазаром есть. Прошлые выпуски смотрите, там тоже есть на что посмотреть. Ну и, в принципе, все, друзья. Пожелаю всем хорошего, так сказать, настроения. Всем, кто посмотрел эти видосы, не забудьте поставить лайк. Обязательно откомментить, какая катка вам понравилась больше из этой стриминговой сессии. Первая, вторая или третья. И, в принципе, все, друзья. Пожелаю всем удачи. И с вами был Ксеназос. До скорого, парни.